Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Из этих людей получаются хорошие инженеры и строители. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Значение имени говорит о том, что если вдруг представилась выгодная возможность, не стоит ее игнорировать, а надо воспользоваться случаем, который принесет успех и благополучие. Если в этот момент эти люди увидят комбинацию двоек, это значит, что они смогут полностью насладиться процессом, и удачу уже сложно будет чем-то отпугнуть. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Бывает так, что в жизни владельцам этого имени часто попадаются определенные цифры, что несет за собой определенные значения. Если они постоянно встречают цифру 22, то стоит прислушаться к знаку судьбы, так как считается, что ангелы сигнализируют им о чем-то. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.